Всем привет, с вами я, Леон, и мы продолжаем проходить DLS Assassin's Creed 4 Авелина. Сейчас нам надо пробраться в форт и попытаться забрать девушку, ту, которую мы сколько раз уже пытались спасти, но она убегала. Точнее, мы ее искали очень долго. Так... Здравствуйте, охранники. В каждой серии у нас здравствуйте, потому что мы интеллигенты. Да, интеллигенты еще какие. Какие, мать ваши, интеллигенты, да. Самое то. Эти солдаты вообще не стоят ничего. Так вообще, проберитесь в форт. Сейчас проберемся, что нам стоит. Это вроде как недолго. Так, солдатик настолько напился, что оказался... в палатке, да, и я его убить не могу, еще скажите. Шумить я не стану, поэтому лучше уйду. До свидания, друг. Ты мне не нужен. А теперь главное понять, как мне пробраться в форт. Потому что я бегу, как будто меня собаку укусила. Так. Куда ж бежать? Куда ж бежать? Ну, явно не вниз. Хотя, как вариант, может быть, нам это и поможет. Может быть, оттуда? Через какие-нибудь тайные трубы? Да, через тайные трубы. Как... Какой же я умный, а? Тайные трубы. Это не тайные трубы оказались, а всего лишь шахта, где они этих рабов заставляли копать. Надеюсь, перепрыгну. Давай, Авелиночка, давай. Ты сможешь. Ну, по крайней мере, я уверен, что она сможет. Ведь играю это я, профи, ассасина. Здравствуй. Хочешь пивко? Тут расслабляемся, мы до свидания. Они слишком слабые вообще. Мне даже нравится это. Хотя... Может, они не ожидали такого поворота, что к ним придет ассасинка. Так, ну стой. Я пробью тебе защиту, погонец. Англичанин, давай. Ломайся, тихо, тихо, тихо. Не хватало мне еще проблем на голову, так. Как забраться-то? Как забраться так? Окей. Или нет? Нет, все правильно было. Надо было всего лишь залезть на лестницу, а? Все настолько просто. Прям вообще. Все, что сложное, настолько же и просто. Убиваем его. Нечего было охранять такие места. Толку-то. Все равно ж пролезу. Пройду. Прокопаю. В крайний случай. Так. Кстати, следующее дополнение будет про тоже чернокожую. Оригинальную сюжетку я потом подумаю, проходить ли ее или нет. Ну, в принципе, я пройду. Что-то такого. Это даже интересно будет. Как Эдвард проходит тяжелый путь от пирата к ассасину. Хотя он останется таким же пиратом. Тихий подход сзади. Это уже привилегия. Что-то они, знаете, они какие-то глупенькие все-таки. Нет бы обернуться, услышать, что я там иду. Нет, они стоят и ждут. Не пойми чего, правда, ждут. Так. Ну, корову мне убивать не надо. Я против Гринписа не иду. Хорошие у них раньше шахты были. Блин, зачем ты прячешься? Нам просто нужно убрать его. Все. Теперь надо пробраться по крыше. Тоже неплохо. Так, вас, ребят, я это ликвидирую, вы мне мешаете. Хотя, наверное, любой дурак бы заметил, как чужой человек ползает по лагерю. Не ползает, а даже бежит галопом. Причем, здравствуйте.
Ну вот это реально уже. Реально уже мне нравится. Вообще англичане были интересными людьми. Да и солдаты были неплохие. Просто здесь они не имеют ни одного шанса против меня. Вообще ничто по сравнению со мной. Так. Пробираемся в тюрьму, значит. И вот мы там, где надо. Падаем сверху. Это эпично. Слушай, они неплохие. Так, а ну стоять. Так, одного я ослабил, второго ослабил. Все. Мне даже не пришлось использовать топорик, который у нее есть. Кто? Я выведу тебя. Идем. Вот еще. Я не верю тому, чего не вижу. Мерд. Господи, теперь еще за ней бегать. Тихо-тихо, да не нужно мне ваши. А как мне вверх-то залезть, ребят? Слушайте, вы это скажите. Блин. Блин, Авелина, вот что-то с ней случилось, блин. Да, что-то с ней случилось. Она прям это в позе непонятно какой умерла. Не знаю почему. Но сейчас мы отомстим этим ребяткам. Тихо сюда. Да, чё ж ты такой? Неугомонный-то. Называется «Играй на высокой сложности». Леон, поиграй на высокой сложности. Еще раз поиграю, чё? Нормально. Это вполне себе ничего так. Играется хорошо. Угу. Теперь нам нужно ее поймать. По-любому. Догоните Patience. Ну вот, опять она что-то стала. Да что ж ты... Ребята, это уже прикольно. Нереально прикольно, как она подлагивает. Хотя даже не лаги, это в самой игре такие фиксоиды. Пленница сбежала. Да ты что? До свидания. Я с вами связываться не хочу. Так. О, господи, ты может, успокоишься, а? Все. Держи ее. Он может быть только в одном месте. Я сам его достану. Отдашь мне амулет, милочка, или хочешь, чтобы тебя осмотрели? Уверяю, все инструменты у меня с собой. Ладно. Она поддалась. Хотя это больше похоже на мужика, но фиг бы с ним. Спасибо. Все она ваша. Уверен, вы с ней намучились. Да. Но я с ней еще больше намучился. Защитите. Окей. Аккуратненько выбиваем всех. По крайней мере, пока они меня не видят, можно их всех убрать. Так, выбиваем защиту быстро. И колем. Пулящие удары, кровотечение. Минус один. Минус второй. И все прекрасно. Открываем ворота. Я хочу тебе помочь. Я справлюсь сама. Да господи. Отстань от меня. Дурочка, я тебя догнал уже, все. Хватит уже бегать тут. Че она бегает постоянно, а? Все. Никак не выйдешь, да? Не пытайся снова сбежать. Назови себя. Авелина де Крампре. Из Нового Орлеана? Ты все-таки существуешь. Так что тебе нужно, если не мой амулет? Только ты. Сама по себе. Ты из тех, кто предпочитает девиц? Меня послал друг. Коннор. Он предлагает защиту и обучение. Мадмуазель, верните мой амулет, и тогда можете взять меня как трофей. Тогда идем. Без проблем.
чего это стоит. Задание выполнено. Форд. Продолжить. Сохранение. Да, нормально, нормально. Знаешь, куда Джадж дел амулет? Думаю, в круглую башню. Туннель ведет туда. Настоящие дела. Добрый доктор ведет внизу. Да, добрый доктор. Тут еще добрый доктор. Найдите доктора. И почему-то здесь указана жизнь Пейшен. Непонятно почему, ну ладно. Видать, нам ее охранять надо будет снова. Сейчас я быстренько пробегусь, так сказать, спортом занимаемся. Ага, сюда. Паркура здесь много, но этот паркур просто великолепен. Как туда забраться? Да я ты покажу. Что? Она, походу, это никогда в жизни не лазила. Всю жизнь просидела там с своим амулетом. Только зачем он им был нужен, непонятно. Не торопись. Тихо. Правильно говорит, не торопись, да. Да, мне не надо торопиться, я вообще шлюпнулся. И от нее ничего не осталось. Теперь надо понять, может быть так? Просто зацепиться и лезть. Ну да. Просто как дважды два. Новая задача. Сейчас мы ее подождем. Будем. Может, она откроет нам дверь, нет? Дорогуша, ты откроешь нам дверь, нет? Может, все-таки откроешь? Или мне придется опять куда-то в дебри лезть? Конечно, в дебри лезть. Куда же еще придется лезть ради этой негритяночки? Так. Теперь аккуратно. Там внизу не пойми что, но лучше не падать все-таки. Как я предсказал, они вообще упали. Прости. Да ничего. И вы меня простите. Стой! Смотри, я разберусь. Стой на месте. А чего мне стоять-то, господи? Я и сам могу их убить. Все. Нормально. Иди прямо за мной, не отставай. Ты как, справишься? Ну вообще шахты большие, кстати, я даже удивляюсь. Сколько же они их раскапывали-то? Сейчас нам просто нужно аккуратно перепрыгнуть. Давай. Давай, Эвелина. Ты сможешь. Ну или не сможет. Нет, смогла. Я даже наперед успел. Так, ребят, вы же это мирные, да? Типы. Или немерный все-таки. Одного на другого проткнуть. Тихо. Успокойся. Тебя пока очередь не дошла. Все. Да господи, что ж вы такие наглые-то сегодня, а? Мне надо свою негритяночку защищать. Меня, блин, не дают ее защищать. Все, поднимешься. Молодец. Ничего бы не случилось. Да ладно, ничего бы не случилось. Ты бы упала и сдохла, да. Скорее всего, тебя бы убили, и ты бы померла. Вполне себе нормально. Держитесь поближе к союзнику. Ну давай, спускайся. Ну что такая долгая? Ну, пейшен, господи. Только не говори, что застряла. Сейчас я офигею тогда. Слушайте, ребята, не, она реально застряла. Ладно, сейчас пробежим и посмотрим. Может, перезапустим миссию просто именно вот с контрольной точки. А нет, она бежит. Все нормально. Вон он! Идем. Спрашивается, зачем она бежала так далеко, а? Так. Ну ладно. Чем глубже в лес, нам вообще, по сути, в башню надо. Значит, нам надо обходить все это. Так. Ты сегодня никого не подстрелишь, так что даже не мечтай. Мушкет свой себе в пятую точку засунешь. Так. Держись поближе к союзникам. Ладно, ладно, ладно. Бегу, бегу, бегу. Интересно. Он реально? Бешеный, нет? Так, внимание. На ваших союзников напали.
Я это уже понял. Гранаты причем. Так, а ты должен у меня сегодня. И ты тоже. До свидания. Я что-то не понял. Дерзкий. Так, пока пистолет надо взять. Куда он пошел? Надо снова разделиться. Как нам открыть ворота? Да ты что? Нажать кнопочку, наверное. Точнее, рычажочек. Ну, сами бы мы не прошли, это ясен фиг. Сейчас просто поверху пойдем, по паркуру, а ей, как обычно, легкий путь достанется. Да это нормально, Даша. Привычно. Так. Ну да, паркурчик. Что я еще могу сказать? Хотя нас только что хотели пристрелить, но она нас спасла. Я буду осторожнее. Да. Мы будем очень осторожны. Вопрос, что она сделала? Но мы поднимаемся, ладно. В аккуратном поднимаемся. Так. Может попробовать опустить платформу? Да, сейчас опустим платформу. Что, у меня проблема, что ли? Да, многого все-таки не достигли за столько лет создания Ассасина, хотя, когда я играл в первую часть, она мне не особо понравилась. Переигрывая ее недавно, она вообще меня затянула. Хотя графика в ней ни о чемная, сути. Так, ну, хотя, что мы судим по графике, надо геймплей и сюжет ценить. Хотя в четвертой и вообще вот таких частях это очень приятная графика. Так, она сюда идет? Вопрос, куда нам дальше лезть? Угу. Повыше, значит. Мы хотим дойти до конца. И вот он конец скоро будет. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Она заберет же амулет. Ну, или мы заберем, я думаю. Потому что нам такие вещи важнее. Что он читает? Так, сейчас нам надо пролезть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Зажег я сегодня прям в серии прыгать так неуклюже. Что-то меня сегодня дергает прям так аккуратно. Да как лезть-то будем? Что, по старинке? Ну, по старинке так по старинке, что я могу сказать. А выше можно? Конечно, можно. Сейчас нам нужно чисто подняться. Это страшно, конечно, очень, когда ты вот так вот ползаешь. Блин, я бы, наверное, испугался. Реально. Так, у тебя 9 жизней, ты умер от одной пули. Сейчас послушаем их диалог. За дикарскую побрякушку. И ты только что это понял. Что это? Неужели ты думаешь, что я так все и выложу? Уже не думаю. Но как? Работает. С ним я вижу. Что? Не мысли. Нет. Все сразу. Всего на несколько секунд. Как раз, чтобы сбежать. Пейшенс, хочешь отправиться с тобой в поместье Конора? Почту за честь. Превосходно. Вообще отлично. И, походу, на этом конец. Задание выполнено. Вспоминание башни синхронизации 100%. Вот мы и закончили дополнение Assassin's Creed DLS Авелина. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Леон. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну, много чего, короче, делайте. Но посмотрите это. Это и даже сами поиграть, это очень даже интересно сделано. Хотя всего полчаса занимает. Ну, час где-то.